Привет, друзья! Ну давайте еще раз рассмотрим вопрос составления формулы высшего оксида. Напомню, что оксиды – это соединение элементов с кислородом. Что же такое высший оксид? Это такой оксид, в котором данный элемент проявляет свою максимальную валентность. Но вы помните, что валентность у нас бывает постоянная и переменная. Номер группы нам указывает высшую валентность элемента, но есть исключения. Какие исключения, вы можете посмотреть в предыдущих моих видео про валентность. Есть также плейлист валентность. Значит, смотрите, давайте составим вот натрий. Стоит в первой группе, главная подгруппа. У него постоянная валентность 1. Значит, и оксид будет высший. Иметь вот такую формулу. Помним, что у кислорода всегда валентность 2. У натрия 1. Алюминий, смотрите, стоит главная подгруппа третьей группы. У алюминия тоже постоянная валентность 3. Значит, высший оксид будет иметь формулу алюминий 2О3. Теперь давайте посмотрим. Хлор. Галоген стоит у нас в седьмой группе. Максимальная валентность 7. Значит, форму он имеет переменную валентность. Но формула высшего оксида, то есть там, где хлор у нас имеет максимальную валентность, будет хлор 2О7. Фосфор имеет переменную валентность, стоит в пятой группе, максимальная валентность 5. Значит, формула высшего оксида будет P2O5. Сера стоит в шестой группе. Сера имеет переменную валентность, но формула высшего оксида будет, высшего оксида серы будет SO3. И здесь валентность серы 6. Ну, надеюсь, это видео было вам понятным. Если нет, напишите еще вопросы, отвечу. Всем всего доброго, всего хорошего. Пока не забывайте поставить лайк и подписаться.